Минувшие выходные в Казани прошла семейная акция «Автокресло детям». Гостям показали спектакль о правилах дорожного движения и рассказали о современных средствах безопасности. Дети получили подарки, и сегодня подобные акции начнутся в детских садах. На эти мероприятия привлекаются как взрослые дети. Есть рабочие места, вы видите, да? Где-то раскраски, где-то даже я специалист, например, по автокреслам. Мне очень познавательно было. Наконец-то я увидел, почти увидел 5 групп автокресел.